Здравствуйте, я Никита Власов, а вы смотрите программу «Прачечная» на телеканале ТНТ «Онега». Программу о культуре и литературе. Мы продолжаем знакомить вас с представителями интересных творческих профессий. И сегодня у нас в гостях молодой поэт Даниил Каширин. Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте. Вы презентовали свою первую книгу молодого поэта, книгу стихов, которая называется «Юность». Необычное название. Там, я помню афишу этого мероприятия, там еще были подписи. Как называлась сама презентация? Презентация дебютного сборника стихотворений Даниила Каширина «Молод и глуп». Это почему? Так это самокритика или «Молод и глуп»? Да. Потому что большая часть стихотворений написана все-таки в юном возрасте, когда я только начинал писать, это 5 лет назад было. И там были закосы, так сказать, и под Есенина даже, когда я только начинал, потому что влюбился вообще в поэзию, когда мне брат показал сериал «Есенин», там, где Безруков играл. И я посмотрел, думаю, ну да, писал человек стихи, вел разгульную, так сказать, жизнь. И я общался с девушкой, думаю, нужно пробовать что-нибудь такое тоже сделать. Начал учить стихи Есенина, читал, так сказать, девочкам. И вот как-то втянулся во всю эту атмосферу, и вот дебютный сборник. А там стихи какого периода? Давние или... Ну, там есть почти все стихи, потому что я решил то, что стоит все-таки как давние, так и новые. Там нет стихов, которые написаны месяца 3-4 назад, потому что я хотел выпустить вообще сборник 2 года как. И вот только в мае, получается, и выпустил. Потому что, опять же, брат подтолкнул меня, то, что вот поступление, выпусти сборник, будет клево, если приедешь, покажешь сборник, такой ты молодец. Краем уха слышал, что были, значит, уже известные литераторы на вашем вечере поэтическом. Что они вам сказали? Дмитрий Новиков сказал, что ему понравились мои стихи. То, что да, очень пессимистичные они, потому что очень много негатива в них. Как бы это моя позиция, то, что я считаю так. То, что да, в жизни все хорошо складывается, когда хорошо. Но большая часть все-таки плохо, потому что есть и черные полосы, и белые полосы. На данном этапе как бы, я замечаю больше черных полос, и это хорошо, потому что на данном этапе я могу писать, по крайней мере, на эту тему. А можно сразу вот что-нибудь характерное оттуда прочитать, для того, чтобы телезрители как-то сразу вас объемней представляли? Это сегодня было написано, когда я все-таки в своем юном возрасте осознал тот факт, что девушки, которые там сидят в Инстаграме и так далее и подобное, это пустышки, так сказать. И написал на эту тему стихотворение. Выбор называется. Фигура важнее души. О, Боже, прошу, не смеши. Тебя продадут за гроши те девушки, что хороши. Ничем не закрыть пустоту. Ни деньги, ни власть, ни тату. Душе не дадут красоту, если как валенок тут. Правда желаешь, мой друг? Знавшая множество рук. За ночь по несколько штук девушка влюбится вдруг. Допустим, прохладный вечер, случайная минутная встреча, в глазах отражаются свечи, дрожат оголенные плечи, ты предлагаешь ей куртку, куришь свою самокрутку, люблю, говоришь, но в шутку, а может всерьез. На минутку любовные чары владеют, но слухи все чувства развеют. В детстве любившая фею сегодня засосах вся шея. Папина дочка-малышка сегодня всего лишь пустышка. Одумайся лучше, парнишка. Девушку выбери с книжкой. Про книжку. Про книжку. Где книжку искать, каким образом желающие могут ее получить? Велик ли тираж? Тираж был 100 экземпляров, потому что как бы, все-таки первый вдруг не окупится. И почти все уже разобрали. То есть кому-то дарил, там, кому-то продавал. Там, с автографом, конечно, все как нужно. На презентации последний, наверное, штук 20 я отдал. Думаю, сейчас пересдавать еще 100 экземпляров, но, скорее всего, уже другой обложкой, потому что нашли получше вариант и решили, что здесь есть очень много недостатков, такие как то, что очень сильно пачкается, потому что бумага такая. И слишком она мягкая. Хочу следующий сборник выпустить там. Твердо. Да. И рассказы хочу писать начать. Спасибо. У нас в гостях был молодой поэт Даниил Каширин. Спасибо, что пришли. Спасибо, что читали стихи. Увидимся в программе «Прачечная» через неделю. До свидания.